Всем привет! Сегодня мы узнаем, как убить человека с помощью фортепиано. Следующий метод называется гильотина, в честь французского доктора Гильотена, который изобрел данный метод. В данном случае, значит, голова жертвы обреченно лежит на клавишах, руки также лежат на клавишах, и резким движением мы опускаем крышку на голову жертвы, как будто гильотину. Мы дикари, едва успели выйти из пещер, но всякий из нас однажды этот мир покинет. Кто от отравы, кто от пуль, кто от любви, моншер, в бою кровавом или от гильотины.